Пулевое ранение в голову. Приступайте. Тараскин, понятых живо. Потом бегом по соседям, кто что видел, слышал и так далее. Руками ничего не трогать. Ларочка была очень талантлива. Она мечтала стать актрисой и поступила работать в драмтеатр костюмершей. В свободное время набрала уроки и все роли знала наизусть. И вообще... Вы ее давно видели? Последний раз. Вы где работаете, Надя? Зачем это вам? Метро контролером. Устаете сильно? Да. Сестру видите редко. И звоните только по телефону, так? Я звонила ей вчера. Да? У нее был какой-то важный разговор. Вы так думаете, что был важный разговор? Или она сказала, что у нее был важный разговор? Нет, она сама сказала, что у нее важный разговор, чтобы я перезвонила. Угу. В котором часу? Около 7. Я заканчиваю работу. 7. Так. А кто ее муж? Видите ли, они разошлись. Да? Почему? Как вам сказать? Скажите, как есть. Иван Сергеевич, доктор. Так. Ему не нравилось Ларочкино увлечение театром. Театром? Туда нельзя сейчас. Садитесь, пожалуйста. Значит, увлечение театром. Дальше? Да. Вы знаете, театральная жизнь имеет свои законы. Угу. Вам это трудно понять? Ну, я постараюсь. Спектакли заканчиваются поздно. Так. Потом ужин, цветы. Поклонники, так что ли? Да, наверное. Но вы не подумайте, ничего такого серьезного. Просто Иван Сергеевич не мог простить даже самого невинного флирта. А они уже развелись? Нет, не успели. Почему? Ларочка к этому не стремилась, а угу. Иван Сергеевич не настаивал. Тем более, что... Что тем более? Я не из любопытства спрашиваю, Надюша. Просто мне нужна ясная картина преступления, чтобы быстрее поймать убийцу, понимаете? Да, я понимаю. Но я ничего не скрываю. Да я вижу. Просто Иван Сергеевич нашел другую женщину. Так? А Ларочке это было неприятно. Хотя она его и разлюбила. Ага, понятно. Посмотри, записка какая интересная. Возьмите. Спасибо. Можно продолжать? Вы кого-нибудь подозреваете? Боже упаси. Кого же я могу подозревать? Груздева Ивана Сергеевича, например. Ведь если я правильно понял, Лариса не давала ему развода, а он хотел жениться на другой. Нет, что вы, что вы. Иван Сергеевич на это не способен. Хм. Он хороший человек. Эх, Надя, если бы знать вот так сходу, кто на что способен. Какие у них были взаимоотношения в последнее время? Отношения? Да. Какие могут быть отношения, когда люди разводятся? Значит, так и запишем плохие отношения? Нет. Ну, хорошими их отношения, правда, не назовешь. Но Лариса сама говорила, что интеллигентные люди разводятся по-интеллигентному. Что это значит? Значит, мирно, тихо, без скандала. Ну и что? Ну, хотя бы то, что Иван Сергеевич помогал Ларисе доставать продукты, давал ей деньги, оплачивал квартиру. А квартира его? Да, его. Понимаю. Но когда они разошлись, Иван Сергеевич считал неудобным, чтобы Ларочка вернулась ко мне. А сам к новой жене подался, так? Если бы. Они снимают комнату в Лосинке. Значит, у его новой супруги жилплощади нет, они комнату снимают. Нет. А что бы могло быть дальше? Они хотели разменять эту квартиру на две в коммунальной.
Понятно. Вам вот этот почерк знаком? Лара, почему не отвечаешь? Решай, иначе я сам все устрою. Это писал Иван Сергеевич. О чем это? Как вы думаете? Я думаю, насчет обмена. Он нашел один вариант, но Ларочку не совсем устроил. А Лариса сама не хотела заниматься обменом? Нет, она была такой непрактичной. Он угрожает в этой записке, как думаете? Нет, что вы? Ну, не торопитесь, подумайте. И знаете что? Оглядите сейчас спокойно там на месте. Может, вещи какие-нибудь пропали. Или наоборот, появилось чего-нибудь, чего раньше не было. Прошу вас.